चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। Здравствуйте, добро пожаловать на канал Бадук 1. И у нас партия первый дан тайджум. Я играю черными. Играю пока двойной кумуку. Несколько человек мне написали о стримах против младших данов. И поэтому я начал еще один такой аккаунт в образовательных целях. Пока буду играть сюда. То есть белый сыграл хаси. И здесь, ну, давайте сыграем стандартный вариант. Он, в принципе, за черных неплох. Потому что у нас стоит уже здесь камень. Давайте плотное соединение сыграем. Ну и давайте здесь сыграем какари, будем приглашать оппонента вторгаться на нижнюю сторону. Потому что если черный сам здесь сыграет, то это будет слишком хорошо. Да, как мы предполагали, сыграет оппонент по нижней стороне. Дальше будем его камень поджимать. Он сыграл высокий камень, и в принципе, из-за того, что он играл высокий камень, он мог бы сыграть тануки. Потому что высокий камень, он очень легкий. Но он решил прессинговать наши три камня здесь. У нас есть такой обмен. Нажать здесь. Ну и обычно белый соединяется. У белого сами вот эти два камня, они пока стоят по четвертой линии. И их можно контратаковать. То есть они не очень страшны за черных. А черный уже успел получить такую приятную форму здесь. Но это ничего пока еще не значит. Очень агрессивно играют на тайджиме младшие даны. И в принципе это хорошо. То есть я могу даже проиграть эту партию. Только что я сделал стрим, седьмой дан. Хорошая была, приятная партия. По тем материалам, которые... Ну, видео, по которым я уже делал недавно, как раз там повезло, то, что совпало. Но здесь я буду выпрыгивать, форма у черных крепкая. Дальше мы... такой ход. Ну, давайте просто сюда сыграем. Хорошо, давайте резать. Я не совсем понял, что предлагает нам белый здесь делать. Зачем все это делается? Но здесь черный заметно укрепился, а у белых особенно ничего не изменилось. Ну, то есть белый сейчас сделал себе еще одну слабую группу. И тянуть ее отсюда, это значит просто укрепить черным. Ну, а тянуть ее некуда. То есть здесь белый, видимо, не рассчитал. Но на самом деле не страшно, что эта группа умирает у белых. Страшно то, что белый думал, что она будет жить. А когда ты знаешь, что группа не будет жить, ты можешь ее просто грамотно пожертвовать, либо сохранить на кубарьбу в будущем. Но сейчас тоже есть определенная угроза. Да? То есть белый может заблокировать. Я поставлю в любом случае хана, и белый может играть тноки, потому что в будущем у него будет атари. Такой ход. Тогда я буду добирать. Здесь ошибка белого заключается в том, что он только что потерял одну группу, укрепил уже черных и начинает делать еще одну группу. Давайте я пока буду оказывать давление на эти камни.
Ничего страшного, то, что здесь появился еще один камень. Давайте сыграем здесь. Вообще в этой форме так нельзя играть, но из-за того, что эти четыре камня мертвы, вот видите, он даже сразу порезал. Потому что, ну, если бы они не были мертвы, белый забрал бы сейчас эти четыре камня. А так как эти камни мертвы, то вставка Атари белого, она ничего не делает. Ну, давайте играть сюда. Это большой ход тоже за черных. Выход на эту сторону. Так. Угу. Давайте заблокируем. Он будет разрезать, и я буду тогда продолжать давить на эти камни. То есть мы усиливаем свое влияние в центре. Угу. Теперь он играет защитный ход такой. Ну и здесь, я думаю, Тхана большой ход за нас. То есть теперь мы можем, если он здесь как-то неправильно походит, мы можем отрезать два камня с этой стороны. Да, именно поэтому он играет такую странную форму. Но здесь я... Что делать? Хорошо, давайте сыграем хана. Угу. Поставим Атари и соединимся. Да, белый может здесь тоже порезать, кстати. Имеет право. Но проблема в том, что... Как бы это сказать? Проблема в том, что у него недостаточно количества дыхания. Он слишком поторопился. То есть белый сейчас не готов к таким вариантам. Он не может резать. Ну, в принципе, я здесь без проблем могу соединиться. И здесь все равно лесенка. То есть белому все равно нужно продолжать как-то спасать вновь образованную группу. У черных появился еще один центр-ход теперь здесь. Угу. Ну и теперь мы будем оказывать давление на эти камни белых, потому что белый сыграл оверплей. И даже сейчас, если белый нас отрежет, мы его все равно закушаем. Да, поэтому он вытягивается. Так, теперь если мы вытянемся, он порежет, мы заблокируем нам пустой треугольник. Нам нужно будет за ним погоняться. Да, ну давайте, выглядит весело. Будет он резать. Все равно не живая группа пока в белых. Но все равно он решает играть такой ход. Пустой треугольник сейчас, скорее всего, будет играть. Угу. Ну и здесь, какая разница, мы сюда. Ну, в принципе, это запечатывается все, потому что у нас здесь крепкая форма. То есть он один камушек закушает,
потому что будет Atari, потом еще один Atari, но он никуда не сможет убежать, потому что у нас здесь крепко, и снизу у нас крепко, потому что и появилась такая форма, ход B12. Поэтому, в принципе, белым может здесь сдаваться уже, потому что эта группа умерла, эта группа тоже умерла. И в центре очень много влияния у черных. Так, нажму на паузу пока. Прорывается наш оппонент сюда, но выбора у него нет. Хочет он попробовать выбежать, но выбегание у него не получится. Здесь мы блокируем. Ну и дальше он ставит атари, мы вытягиваемся. Он может еще вытянуться, но на самом деле это все равно его не поможет. Угу. Здесь я могу играть такой ход. Дальше он не может выбежать. Ну, ему нужно возвращаться сюда. Плюс он не нарастил дыханий, чтобы убить эту группу. И помимо всего прочего, из-за вот этой формы, из-за того, что мы вставили камень B14, белый не может как-то сжать. Потому что наше соединение здесь будет центр против вкидывания сюда. И у белых остается 3 дыхания всего. А у нас здесь 1, 2, 3, 4 дыхания. Ну, такую партию на самом деле действительно невозможно выиграть уже белыми. Поэтому на паузу нажму еще раз. Давайте смотреть. Я играл, по-моему, черными, да. Ну и здесь, так как белый сыграл такой ход, то, понятное дело, за черного большой плюс самому сыграть с этой стороны. Это и какари с одной стороны, и плюс возможность как-то либо по нижней стороне построить базу, либо затеять такую борьбу, как у нас получилась партия. Ну, что здесь играть за белых? В принципе, белый все сыграл нормально. Просто обычно черный доигрывает джосаки, и белый как-то вторгается сюда. Но это похоже уже на кабаяси, потому что у черных здесь уже что-то есть. Черный может, например, еще так сыграть. Это больше похоже на кабаяси. Теперь там так, что-то типа того возможно. Значит, что еще? Ну, я решил просто воспользоваться своей плотностью и сыграть сразу какари, таким образом приглашая белого сыграть здесь. Если белый будет играть какой-нибудь тануки, и черный сам сыграет по нижней стороне любой ход, например, такой, то это слишком хорошо за черных, потому что этот ход будет поддерживать и эту группу, плюс это будет идеальным расширением от Сымари. Соответственно, мой оппонент правильно делает, что вторгается. Мог он, в принципе, выбрать другой пункт, более атакующий ход сюда. То есть этот ход прям атакует базу черных камней, вынуждает их куда-то выпрыгивать. И, в принципе, дальше он может прилипнуть. Очень популярные сейчас ходы такие. Ну и дальше, например, сюда, либо сыграть в угол. Есть такие разные варианты. Что дальше происходит? Ну, я здесь решил расширить свои очки от Симари и сыграл в эту сторону. Соответственно, толкая черных на свою плотность. Ну, эта группа слабая, но все равно плотная. Да? Плюс из-за того, что белый сам по четвертой линии, а не по третьей, у него у самого нет пока глазной базы. Соответственно, его атака на мои камни не будет очень жесткой. Ну, на этот ход, если бы он проигнорировал, тогда я могу вкинуть, он ставит атарь, я вытягиваюсь. Он играет сюда, и у меня есть такое опускание. Он сюда. Я еще могу вкинуть, он пробьет.
Я могу нарастить себе какие-то дыхания и потом сыграть что-нибудь по нижней стороне. Например, какой-нибудь такой ход неприятный. То есть сам контраткат, белые вот эти камни. Да? Значит, что еще? Ну, здесь я выпрыгиваю. И это все нормально. Дальше белый решает, видимо, на месте починить свою базу. То есть он понимает, что черный усилился. И играет такой ход. Ну, в принципе, нельзя сказать, что это плохой ход. Дальше сюда-сюда. Ну, вот это плохо, потому что такой ход говорит о том, что белый хочет очки взять снизу. А мы видим то, что снизу объективно очень мало очков. Поэтому белому следовало вот здесь защититься сюда. И, ну, тогда, скорее всего, мы бы как-то вот так разошлись. То есть я бы укрепил свой вот этот вот семари. В принципе, это хорошо за черных, потому что если мы отмотаем обратно, то Билл мог бы, в принципе, здесь рассмотреть какой-нибудь вариант с таким прилипанием, и из-за того, что здесь есть камни. Ну, здесь, понятное дело, например, такой вариант есть. Соответственно, черному нужно очень аккуратно играть, да? Там, ну, например, если играть с этой стороны, тогда в будущем Билл, возможно, может попробовать выжить. Если черный сыграет здесь, то белый уже живет. Да? Такая форма, это живая форма, как мы знаем. Вот. Либо, если черный захочет это все убить, если у него здесь появится плотность, он может сходить сюда и попробовать поймать вот эту вот форму. Да? То есть, прямо сейчас она не ловится. Потому что вот эти камни под отари попадают. И здесь получается... Ну окей, здесь есть атари, но все равно черный закроется, белый выживет таким образом. И наоборот, черный сыграет с агари, и белый выживет таким образом. Да, то есть прямо в лоб это не работает, но в принципе такой адзи есть, это стандартная форма. Соответственно, я бы рассмотрел за белых такое прилипание. Иногда просто играют сюда, проверяют там, например, ага, черный ответил здесь, окей. Ну, раз черный ответил здесь сразу, тогда, в принципе, белый, понимая то, что у черного нет здесь пока больших стен, белый может на месте сразу попробовать выжить, и черный тоже понимает, что здесь нет больших стен, он может либо сыграть какие-то сентообмены против этих камней, ну, например, там, например, такой ход, да, если белый выпрыгнет, то тогда уже пытаться убить, и здесь мы видим то, что ну, здесь белый никуда уже, извиняюсь, здесь белый никуда уже не может бежать. Это мертвая группа у белых получилась. То есть здесь даже можно просто так сыграть. И здесь мы знаем то, что на второй линии 5 не живут, живут 7, либо 6 на своем ходу. Соответственно, белый мог бы этим воспользоваться. Ну, здесь что еще? Как, ну, в такой ситуации черный мог бы после этого пролипания сразу отыграть ход и посмотреть, что будет делать белый. Если белый что-то здесь делает, тогда черный может как-то атаковать вот эту группу. Да? Ну, то есть, грубо говоря, тут спекуляция на этих акциях. Поэтому я не могу вам все варианты рассказать, но суть я вам объяснил. Давайте смотреть дальше, что у нас было в партии. Проблема была в том, то, что у черного живая группа здесь, плюс такая в целом не слабая группа уже образовалась здесь. Соответственно, давать себе лишний раз резать, это не очень хорошо. Да? То есть здесь либо нужно было отказаться от первого хода и просто сразу выпрыгнуть, либо нужно было после прилипания тоже соединяться здесь. Также черный может сыграть в эту сторону. Но здесь проблема в том, что белый может сыграть хана и даже потом двойной хана. И все равно здесь останутся какие-нибудь адзи. Ну, как минимум, коугроза. Да? Так. Либо, если не уверены в этом, тогда просто закрыться так.
Ну и черный, например, там закроется здесь, сыграть хана можно, убил их, уже стабилизированная группа, эту группу очень сложно убить, плюс они так придавили черных. То есть за белых это вполне играбельно, учитывая то, что здесь есть угол, и еще у черных группа не слабая, а белая группа уже укрепилась. Поэтому нормальный вариант. Но в партии получилось то, что он дал себя порезать, у него сразу появилась какая-то слабая группа, которую не нужно было здесь белым не нужно было ее создавать. То есть белому нужно было выпрыгнуть как-нибудь, да, там. Ну и у нас было бы, то есть если я сейчас буду вставлять Атари, то у нас будет какой-нибудь такой вариант. У белых такая форма бегущая, но нормальная. И пожертвовали они один камень. А в партии получилось то, что... ну, получилось, что они пожертвовали три камня. Да, и группу все равно еще можно накрыть. Ну, там, здесь я уже объяснил. Здесь есть вот такое адзи, связанное с этим Атари. Извините, вот здесь так пробивается это все. То есть не сюда, а вот сюда. Да, это все пробивается. Но как коугроз здесь много. То есть белый сюда, черный в любом случае обязан играть хана. И дальше белый может играть тенуки, да. То есть, например, там то, что я сейчас показал, нарастить себе дыхание. Ну, хотя это дыхание не наращивает, но здесь есть много угроз и много разных адзи неприятных. Но оппонент решил сразу здесь как-то прояснить, сыграл вот это вот вытягивание, которое не нужно было играть. То есть, из-за того, что я уже объяснил, из-за того, что адзи здесь есть белым, лучше сразу прыгать сюда, без этого обмена. Потому что обмен в партии, он убивает это адзи, то есть здесь остается одно дыхание. И, соответственно, а раз здесь уже одно дыхание, то я могу играть здесь двойное хана. То есть давайте еще раз проверим. Если мы просто прыгаем сюда, и черный играет сюда, то сюда черный не имеет права играть двойное хана из-за того, что есть Атари и Атари сюда. И здесь мы не успеваем. Вот такой нюанс. Соответственно, то, что белый вытянулся в партии здесь, мы здесь добираем. То есть, опять же, черный мог пожадничать, например, и сыграть так. Белые здесь все равно умерли, а так черный получает больше очков. Либо, да, значит, но здесь уже был, белый бы получил форсированные ходы на черную группу. Да, там, начиная от такого хода, и, ну, там, и даже здесь уже то, что после этого хода нельзя играть двойной ханы, по тем же причинам, что я объяснил. И уже немного рисунок игры будет меняться. Окей, давайте вернемся. Соответственно, этот ход, вот это вытягивание, о, 14, это спасибо ход. Ну и дальше такой ход, который показывает, что белый боится то, что у черных есть стена, и то, что черный может сделать большое мой. Соответственно, белый решил то, что раз он поставил камень по 10, то мой у черных здесь не будет. Ну окей, в принципе, это корректно. Потому что я имею в виду это корректное мышление. Но единственное, я бы, наверное, сыграл чуть-чуть, ну, наверное, Какари. Все-таки Какари, наверное, получше. Более динамичный ход, чем ну, сюда. Ну, дальше я играю то, что имею право, получаю еще более крепкую позицию. И здесь проверочный ход. То есть, если белый играет сюда, я сюда. Он как-то соединяется, и я себе стабилизирую форму. В партии получилось, что он давит. Ну, и я тогда имею право заблокировать и толкать дальше на этот блок группу белых. Белый играет такой странный ход. Здесь у меня остается хана. Значит, он играет теперь сюда, потому что если он сыграет такой ход, то, ну, я соединюсь, потому что зачем мне рисковать? Но в будущем там, я могу резать сюда, да, потому что есть такой двойной атари. Поэтому мой оппонент переживал насчет этого и сразу решил ликвидировать эту опасность. И дальше я мог сыграть как-нибудь прочно, например, тот же самый соединяющий ход, решающий проблему. Но тогда белый бы прыгнул сюда, по четвертой линии. Поэтому я решил поставить атари, ну, вернее, извините, не атари, а поставить хана. Мой оппонент сыграл сюда, и, в принципе, я подумывал вытянуться.
Ну, тогда он бы тоже вытянулся. Ну, и тогда бы я сыграл сюда, и он бы пробил. Это нормально за черных. Но здесь я решил его проверить. И сыграл такой Атари сразу. И мне понравилось то, что он проявил какую-то... Как это называется? С одной стороны, мне понравилось, что он проявил какую-то инициативу. Но с другой стороны, мне не понравилось то, что он не просчитал. То есть, этот ход... Я имею право соединиться, и у белого недостаточно степени дыхания для того, чтобы изначально здесь все это резать черных, да, то есть я подумывал то, что может быть белый захочет вот такой тесу здесь сыграть, да, но здесь проблема в том, что после моего соединения это все не режется. Я могу как сюда поставить двойной атари, так и просто поставить обычно атари сюда, потому что дальше я могу забрать трика. То есть все это, к сожалению, не работает. Соответственно, в принципе, ну давайте дальше посмотрим, что у нас в партии произошло. В партии он вытянулся, я соединился. Дальше очевидно то, что если белый порежет, то это атари и атари, и это умерли эти камни. Он ставит такой атари, я соединяюсь. Теперь очевидно, что если он порежет, то будет атари и лесенка. Вот, соответственно, он вытягивается. Я ставлю такой сент-ход. То есть теперь, если он порежет, я забираю три камня. Он отвечает таким ходом. Теперь я еще утяжеляю его форму, контратакую. Он закрывается, и я еще выпрыгиваю. Ну и здесь он, если порежет, тогда я просто захватываю эти камни. У него всего три дыхания, он никуда не может убежать. Соответственно, он может вытянуться два раза. То есть ему еще раз нужно вытягиваться. Вот. И здесь я бы уже соединялся. Я соединюсь, он играет ханы, протыкание, двойной ханы. Ну, здесь бы я играл, наверное, просто соединение. Он бы тоже играл соединение. И, в принципе, нельзя сказать, что у белых сильно хуже. Во-первых, сента у черных, да? Ну, давайте смотреть. У белых получилась такая вот плотность. Черные выжили, черные здесь тоже соединены. У белых есть угол. Здесь они, конечно, понесли большие потери. Но есть какой-то форсированный ход, там, типа атари, чтобы что-то сделать в правой стороне. То есть здесь, скорее всего, я бы следующим ходом просто вот так зажимал бы уже белых, потому что это все-таки огромная стена, и заставлял бы белых жить, при этом сам строил бы себе в углу здесь очки. Но опять же, это играбельный вариант. То есть белый мог бы еще что-нибудь поискать в этой партии. Значит так. Хорошо. Здесь что тогда еще сказать? Соответственно, давайте вернемся обратно. Учитывая все эти обстоятельства, на этот ход все-таки белому лучше пробить, черному соединиться, и белому играть просто тануки. Да? Ну, например, там сюда. Нормальный же вариант. Еще можно играть. Эту группу, в принципе, к ней можно докопаться. Сыграть сюда. Но потом есть такой просто ход. Если черный будет убегать, то белый может соединиться. Либо, если черный сыграет сюда, мы играем сюда, он соединяется. Угу. Есть такой сантоход. Черный сюда, мы сюда. И черный не может здесь порезать из-за вот этого атари. То есть теперь черный не может соединиться. То есть, в принципе... Так навскидку, я особо глубоко здесь не анализирую, но так навскидку белый имел право на тануки. Так, что еще? Ну, в принципе, все. Партия была недолгая, поэтому я ее, я считаю, так разобрал. Спасибо вам за внимание. Я сыграю еще. Пока.